такое ощущение, сразу запах паленым идет. Кабот что-то где-то задевает. И запах паленого. Ребята, короче, видос, который впереди посмотрели, приехал на Волгоградскую к инженеру по гарантии. Сейчас оформимся. Сказали, моторчики в наличии есть. Сейчас оформимся и поедем менять движок. Тут намного проще. На монтажников позвонил, сказали, что у гарантийщиков сегодня выходные, приезжайте только в другие дни. Здесь, сами видите, приехал, все в наличии есть, в принципе, быстро приняли. Так, ребята, пока оформлялся, машину уже забрали, помыл ее. Мастер у нас сегодня Дмитрий. Меняем моторчик печки. Слушай, отопитель, а я что думал, что он там как на шестерках стоял? Нет, здесь же кондиционер. Кондиционер стоит вот. Здесь девяточный самый двигатель отопителя стоит. Девяточный? Да. А, вон что. Ну, там чуть-чуть переделано. Ну, я понял. Основа девяточная. А как в шестерке, в семерке этого нет уже, да? Нет, вот шестерки, они, как я их называю, заднеприводные, они протягивали воздух. Да, да, да. А сейчас девяточные, они проталкивают сквозь кондиционер. Понятно. Они поставили сюда девяточную карточку. То есть вот это разбирается. Ой, да. Это сложно тоже, да, все? Достаточно. Понятно. Ладно, ребята, будем следить. Саморезы открутили, вот эту крышку сейчас снимаем. Ох, кто тут. Слушай, а этот кран печки тот же остался, да? Вот он, с тросиком, который идет, да? Да, точно такой. А, проблемные. Они раньше текли. Сейчас как, не знаешь? Так же, как и раньше. Они же текут не потому, что они плохого изготовления, а почему? Потому что раз в полгода вы его передергиваете. А, нет, я часто трогаю. На осень его открыли, он всю зиму у вас открыт. Ну, то есть прикипел, потом тронули и да, потек, да? Да. Ясненько. И вот этот самый движок стоит здесь, да? Да, вот девяточный. Все понятно. Ребята, открутили саморезы. Ну, проблемно, все проблемно. Вот это вот, как называется еще раз? Переменная резистор. Переменная резистор, это для скоростей печки, да? Да. Все понятно. Так. Ну, пока как-то вот здесь вот так вот. Короче, сверху откручиваем гайку, да? Да, вот он. Ага. И что он как? И вниз выкручивается. Ой, выкручивается, вытаскивается. Моторчик девяточный. Это вот этот весь моторчик? Да, а вот этот вот кронштейн, вот, который есть, ага. Он не как на девятке. Вот. Да. Понятно. Вот он отличается как печка. А он, смотри, какой горячий. А, ну тут еще и... Ну, вроде ход, как говорится, открыл, есть. Пошел. А, вот, смотри, подклинил, смотри. Ага. Нет, это этот болт же, это, смотри, втулка. Да, это что? Ясно. То есть и все на этом, да? Ну да, сейчас поставить обратно. Да. Так, вот, ребята, тут так все выглядит. Чтобы знали, если еще так заменить. Штука стоит одна. И снаружи. За счет чего он крутится? А. Они втулки начинают подклинивать, да? Так, короче, это новый, это старый. Ну все, пошлите устанавливать. Устанавливаем новый моторчик. Провода опрокинули. Разбирать, собирать, конечно, неудобно. Саморезики мелкие. Места тоже маловато. Напоминаю, автомобилю 13 тысяч пробега при холодном запуске. Вентилятор стал гудеть, подклинивать, выбрасывать какие-то предметы и запах паленого.
Запах паленого я так и не понял, из-за чего. Похож был на проводку. Обмотка. Обмотка, да? Все, обмотка пошла из-за нагрузки. Позвонил, приехал по гарантии. В принципе, приняли быстро. Устраняем проблему. Сверху там ключ надеть. Там до упора, да, там шайба? Как? А, ты зафиксировал, ну я понял. Там специально. После того, как гайку затянули. Вон она, смотрите. Надеюсь. Подключаем электропроводку. Что-то он тоже как-то хреновенько работает. Я понял. Реле управления печкой режимами, да? Ну а в основном здесь, ребята, мелкая работа, мелкие саморезики. Вот. Такого больше снимать-то здесь и нечего будет. Останется закрепить, помучиться. Ну и проверить. Правильно, Дмитрий? Да. Все. То есть замену печки, в принципе, печки моторчика произвели. Теперь вы знаете, как это все делается, где находится он. Не Урбан с кондиционером. Так, ну смотрите, печушку собрали. Пробуем, вроде все он. У тебя два положения работает, да? Вот медленное. Ну да, но в принципе даже, говорю, здесь на первом режиме печку не слышно. Здесь вот классно то, что не слышно печку. Это уже 9-й. Да, на втором положении, ну, как бы терпимо. Ой. Да. Так что на Урбане, ребята, печки стоят, то, что моторчики 9-шные, их не так в первом положении слышно. Итак, финишная у нас. Устанавливаем полочку, три самореза, фиксируем. На этом замена моторчика New Urban закончена. Проверили, все работает. Так что рекомендую. Лада сервис на Волгоградской. Мне нравится. Я приезжаю, как бы всегда, без проблем. Сервис большой, чистый. Лично я рекомендую. Приезжайте, ремонтируйтесь. Все, не забывайте подписаться, поставить лайкосы. Это, помните, человек, который занимается прошивками? Здоровья, Андрей. Как у вас успехи? Конечно. Все, работа идет? Идет. Ясно. Ребята, вот здесь по ссылке, напомню, там видео есть, где человек прошивает автомобили. Посмотрите. Собрался выезжать. Поставили мне по гарантии, заменил. Чтобы знали. Моторчик на Ниву Урбан стоит 6100 рублей. 6000. Моторчик сюда подходит. От девятки на девятку моторчик стоит примерно 1500-2000 рублей. Там только разница в небольшом креплении. Так что меняйте по гарантии, пока есть возможность. Или машина новая. Все, с вас лайк. Так, ну что, ребята, закончили. Хотел дать вам послушать, как печка шумит. Смотрите, стала печка намного тише работать. Первое положение. Первое положение. Второе положение. Раньше у меня изначально что-то как будто там, знаете, терлось, задевало. Но вот это в конце концов все это вылезло. Весь этот стук, как говорится, стук всегда вылазит наружу. Надо сервис. Мне кажется, вот лично для меня очень удобно. Подъехал, сами видели. Документы отдал, есть, нет. Если нету, заказали, пару дней подождите. И все. Сделали быстро. Теперь все точно. Давайте, пока. Не забудьте подписаться, поставить лайкос.